Спустя 40 с лишним лет по улицам Усть-Каменогорска начнут курсировать новые трамваи. Местное депо пополнили 4 вагона. В обновлении парка коммунального предприятия местные власти инвестировали больше 800 миллионов тенге. Необходимость замены трамваев назревала давно. Износ рельсового транспорта в городе достиг критических показателей. Причем приобретенные в 2018 году за 118 миллионов тенге алматинские трамваи уже были 80-90-х годов выпуска и надежностью не отличались. Кстати, для новых вагонов в областном центре заменили свыше 4 километров рельсов. К слову, трамвайные перевозки в областном центре остаются рентабельными. Поездку на трамвае по официальной статистике предпочитают больше 30% горожан. Впрочем, и трамвайные парки сохранились лишь в 3 городах Казахстана. Усть-Каменогорске, Павлодаре и Темиртау. В течение почти 40 лет обновления новыми трамваями не было в городе. Они были долгожданные, как и для жителей города, вы все прекрасно знаете, да, все давно уже просили новые трамваи, так и для работников парка. 30% пассажиров внутри города именно используют трамвай, поэтому это дает основание, мы должны развивать трамвайный парк и, конечно же, приобретать новые трамваи.